Так, ну что, коллеги, здравствуйте, приветствую всех коллег с Твича, приветствую всех коллег с Ютуба, товарищи с Ютуба, приходите к нам на Твич, трансляция каждый день. Сегодня мы начинаем проходить Resident Evil 4, небольшая вводная, прежде чем начнем. Так получилось, что эта серия игр со мной на протяжении всей моей жизни. Дело в том, что моя приставка, на которой я больше всего проиграл, был PlayStation 1. Собственно, первый Resident я поиграл впервые в своей жизни на PlayStation, соответственно. С того момента я прошел и первую часть, и вторую часть, и третью часть Resident, Resident Gun Survivor. Хотя я не считаю себя каким-то фанатом дикой серии, просто так получилось, что на протяжении всей моей жизни я прохожу Resident и прошел достаточно много частей. Соответственно, Resident 4, довольно культовая игра, выходившая для второй плойки. Я, по крайней мере, в нее играл на второй плойке. Вот, впервые. Конечно, я помню, что когда четвертая часть выходила, был небольшой срач между фанатами серии, что вот вы отошли от канонов, того, что ты ходишь, разгадываешь головоломки и решили сделать что-то новое. Но в то же время, Resident 4, я считаю, один из самых удачных перезапусков вообще серии игр, которые можно только сделать, потому что, конечно, игра стала хитярной, она хоть и просела в том, что там стало намного меньше загадок, да, но при этом они оставили свою мрачную атмосферу, при этом... Главный герой Леон Кеннеди, или Кэссиди, я не помню, как его зовут, является, собственно, главным героем четвертого Resident Evil. На самом деле получился неплохой экшен у них, несмотря на все вещи. Поэтому с радостью поиграл. Ну и, кстати, да, вот последнее, что хочется сказать, прежде чем начнем играть. Лично мое мнение, да, субъективное мнение, я считаю, что несмотря на то, что Resident 4 это было лучшим перезапуском игровой серии вообще где-либо, кем-либо сделанной, но при этом я считаю, для меня лично это последняя часть Resident Evil, вот, потому что все, что выходило после, невероятно провальное говнище. Я не играл в 7 и 8, то есть я не играл вот в новые Resident, да, когда они снова сделали переиздание. Я говорю вот про все остальное. Я говорю про 5, я говорю про шестую часть, я говорю про вот эти, блять, переиздания нулевки, единицы и тройки. Хотя переиздание двойки было неплохое, но вот все остальное просто несусветное говнище, как по мне. Но тем не менее, буду рад окунуться снова в четвертый резик. Плюс тут есть русская озвучка, что я считаю большущий плюс, особенно в наше время, да. Ну что, давайте начнем. Так, основной сюжет, новая игра. Так, я на обычном буду. Для тех, кто не играл в Resident Evil 4. Бля, я играл в Резидентах. Блин, ну я не знаю, я играл много в Resident Evil 4. Ну ладно, я не буду выебываться. На обычном проходим. Русская озвучка, ничего себе. Да я сам удивился. Если я охерел просто. Ой-ой-ой. Тридцатое сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть куком. Ракун Сити стерли с лица земли. Куком? Из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Бля, мне всегда веселило, что в Резидентах главные герои выглядят так, как вот в представлении японцев выглядят американцы. Но они так не выглядят. Не знаю. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник?
Странные у тебя шутки. Леон выглядит не очень, да мне нравится, вроде нормально. Только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Странная графика какая-то. Да я не знаю, чем вам не нравится? Вы угораете, что ли? Мне кажется, вообще да. Все норм. Ну, вроде прибыли. Зов природы. Пойду отолью. Сейчас. Катюш, сделай чайку, пожалуйста. Que frío. ¿Te has bebido el bar entero? Ты на ультрах играешь, я курить не знаю. Будешь? Vaya sitio más tétrico. Эй, а я Альгинаи. Блин, ну может не будешь ходить, чувак? Да иди ты назад! Это главное правило всей фи... Бля, а куда он пошел? Нахуй ты куда-то пошел вообще, брат? Пиздец, блядь. Копы дураки какие-то. Что-то он там не торопится. Провалился. Слушай, может сходишь посмотришь, что с ним? Лол, чел, а может вдвоем сходим посмотрим, что с ним? В месте, где люди я пропадают. Я побуду тут. А то еще влепят штраф за парковку. Помогли, нечего сказать. Блин, вот этого не помню в игре. Но это ремейк. Так. Сука, только не дай бог будет что-то резкое. Выясните, в чем дело. Shift-бег. Ага, отлично. Вот я слышу, уже какое-то говно началось. Куда он подевался? Приседать Е? Нет, стоп, это полная хуйня. Блин, кажется, придется привыкать. Не понимаю, где это поменять. Бля, кролика убили. Так, хорошо. Блин, могли бы и разбросать какие-нибудь приколюхи. Так. Тут главное не торопиться. Есть кто? Блять, сука. Еб твою мать. Так, ну я думаю, что в эту дверь не получится войти, да? Не, смотри-ка, получилось. Так, ну тут какой-то сатанизм. Так, примитивный медальон. Судный день грядет. Окей. Пока что... Ну пока что все норм.
Бля, я видел там, что двигалось. Вот там вот что-то двигалось. Так, понятно. Или стоп, сюда надо что-то набрать? Так, ну видно нам сюда. Да дай посмотреть, что там у тебя? Хватит мне, не надо резкой хуйней пугать. Ой, бля, я сделал потише колонки. Ёбаный в рот. Простите, что я без спроса. Буску, он полиция. Бинуаки. Мраба. Кринж. Так, я чувствую, надо что-то сейчас быстро нажимать. Все, теперь можно лутать. Фу, ну и вонь. Так, а как мне сменить оружие? Вот как мне, чтобы... Во! Все, я понял. Так, все, я быстренько посмотрю, я точно ничего не пропустил. Да вроде ничего, вроде все посмотрел. Ладно, похуй, погнали. Надеюсь, ничего не пропустил. Но управление странное. Сатанисты. Пока что не то, что страшно. Я бы не сказал, что страшно. Пока что норм. Эй! Понял? Что там у тебя? Да что за херня? А, вот, ножом просто ебашить, да? Пуль у тебя нету случайно? Блять, жалко. А бочки можно разрушить? Не, нельзя. Что это? Какого хера? Так, стоп. Так, стоп. Думаем. Я не хочу тратить на тебя пули. Ах ты ж, бля. Пророк Сенбай. Все. Сейчас от часу легче. А че ты? А как снизу? Ну ладно, вроде он все. Блин, у меня пол хп, конечно, нету. Это проблема.
Так. О. Так, туда, да? Ну-ка. Не, я, наверное, не буду на того чела тратить пули. Мне кажется, это деструктивно немного. А это на реальных событиях, конечно. Я не знаю, кто вообще гнал на графику. График хороший. Пророк Сенбай. Гнездо. Это Кондради. ХП не видно. Это Ханиган, говори. Дочь президента, Орленок. Понимаю, почему не Ведьмак? Скорее всего, здесь. Мы сейчас играем... Так разведка не ошиблась. В Resident Evil, а потом Ведьмак будет. Как пройдем? Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников. Мне пора. Ой. Ой. Не смею задерживать. О, шутки в стиле Питера Паркера. Мэ, вы, может, поторопились бы, чтобы меня поймать? Так, хорошо. Хорошо, ну погнали. Чё? Блин, меня только напрягает, у меня 10 пуль всего. Это не круто. Так, ну начало уже другое. Вроде там вообще начиналось с того, что эта машина вроде то ли в аварию попала, то ли что-то еще. Ну-ка, просто ради интереса, какие гигантские вороны. Да, лут падает с них, отлично. Старая добрая традиция. Песеты. Не знаю, стоит ли пуля 100 песетов. О, так, ну это уже мое почтение. Порох. Тут можно будет крафтить оружие, да, видимо? Как в третьей части. Так, у нас по классике сохранялка. Хорошо. Моя жажда легкой наживы меня погубила. Ну пока что, слушайте, я по крайней мере, ну, я, честно сказать, не очень хорошо помню четверку, хотя я в нее много играл, достаточно. Пока что-то отдаленно напоминающее четверку. Так, вот туда идти или туда идти? Я хочу туда сначала пойти. Так, нет, я сюда пришел. Блин, кто-то воет вот это постоянно. А, у нас, видно, путь-то один только и есть. Все, что куда нам нужно, это сюда.
Опа. Так, хорошо. Вас только двое, да? Бля. Ах ты ж бляха! Нет, 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 я окружен. Ой-ой. Спасибо. Все, просто ебаша нахуй, в рукопашку. Так, ну слушайте. Там кнопка есть, на которую пинать нужно. Но, как я понял, F. Но, честно сказать, боевка пока что такая все. Блять. Я и забыл про эти капканы. Черт. Так, вот тут, да, я, да, вот, вот это я вспоминаю из старого. Тут всегда челик, да, я караулил. Оп, отходим. Точно, удар. Все, будем знать, будем знать. Блин, а мне в хилочку, конечно, какую-то световая граната. Не, ну пока что необходимости нет, ну хорошо. Разве у выживающих не было паразита? Было? Были? О! Вот эту сцену я уже помню. Так, ну чё, со всеми ебашится. А другого выхода и нету. Но патронов у нас, мое почтение, конечно. Так, может быть, мне как-то лучше обойти их? Так, нету, два чека нужно. О! Так, зеленая трава. Вообще похуй. Ну что? Так подожди, подождите! Не, Катюш, я все слышу, пожалуйста. Ебать, я в суету попал. Просто за секунду. Так, стоп, 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 брейк, 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 брейк. Да что ж такое? Ёбаный в рот, все. Ой, бля, мерлиновая борода, конечно. Кому-то не хватает стелса. Так я не знаю, есть тут ли вообще стелс или нет. Охренеть. Ведьмак, конечно, тут бы не это. Всем этим бы не занимался. А, вот стелс. Ну что ж. Так, хорошо, надо обойти локацию, просто посмотреть. Сука! Посмотрел, блядь, локацию. О, могу я сюда забраться? Все, могу.
Ёбана, а чё ты в шкафу? О, ты вышел из шкафа, поздравляю. Так. Всё, всё, всё. Так, стоп. Всё, ладно, сейчас серьёзный трай. Всё, сейчас реально серьёзный трай. Да блин, у меня 36 патрон, чё они с... Ладно, вот всё, сейчас реально серьёзный трай. Тут берём ништячки. Бабку мочим стелсом. Да столько, почему не получилось? Ну что ж. Ебаный ты в... Всё, ладно. Окружайте. Так, хорошо, нужно просто занять хорошую позицию. Вот эту, к примеру. Нет. Только не крестьяне с копьями. Да блин. Ёб твою мать, заклинил пистолет, тут такой тоже может быть. Все, вот моя тактика. Тактика продумана. На 1000%. Все. Да ёпта! Я, видно, переиграл Ведьмака. Никита, забеги в дом с забором. Там дробовик есть. Охуенно ты, дружище, мне описание, конечно, дал. Дом с забором. О! Все, тактика Джеки Чана стала работать. Мой. Все. Все. Вот так вот. Ой, ты ж, блядь. Все, не будет сходки фанатов от убийцы. Ёбаный ты в рот. Так, стоп, опа, у меня есть тактика. Сейчас мы... Во. Да вы издеваетесь. А? Всё. La campana. Всё. Победили. Ну тут, кстати, я помню, в детстве как-то по-другому это проходил. Я там на церковь забирался. Мир 100 рублей. Если бы тут была веревка и заслон, я бы пускал, но тут даже я хуй знаю, что делать. Пиздец, конечно, вебка. Не, видно, придется со светом, ребят, потому что по-другому будет постоянно эта хуйня. Нет, вообще вот это все говно, да, вот на эту церковь я забирался. В кино, что ли? Кондор 1, прием.
путем. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ней начинается тропа. Мельница. Понял. Будь осторожен. Отбой. Так, ну все, теперь нужно залутать все, что я упустил. Сначала. А пропустил я много всего. Говорили, дробовик где-то был. Блять, что, не все что ли? Не, ну должно быть все. Ты вроде уже можешь скрафтить патрон. Ну хорошо. Но я сначала хочу все залутать. Красное? Это красный цвет? Не знаю, если это красный цвет, то я балерина, блин. Так, чё говорю? Дом с забором, и там должен быть дробовик. Но я вот, блядь, сколько домов обошел, дробовика даже близко не увидел. Слушайте, а еще я помню, раньше можно было к этим окнам шкафы двигать, чтобы они не могли проникнуть. Эту механику убрали из этой части? И вот Алина писала про крыши. Но на крыше тут и не залезть. На крыше здесь и не залезается. То это, кстати говоря, я считаю полная хуйня. Я вот сейчас... А, нет, смотрите, можно все-таки двигать. Вот это, я считаю, полная хуйня. Меня это бесило и в прошлой... О, класс. В прошлом издании я не понимал, какой смысл вот делать такую локацию. Такую локацию, которую ты сначала защищаешь, а потом лутаешь. Ну, вроде все осмотрели. Тут осталось только вот ту башню чекнуть. Наличие ништяков. Там вроде снайперские. Ну, по крайней мере, раньше вроде там лежали всегда снайперские патроны. Может быть, сейчас лежат. Так, зеленый. Ёп. Видно, обратно мы не залезем. Видно, обратно нам уже не залезть. Они больные. Ну, очевидно. А ключик от тумбы где? Вот вопрос хороший. Я вот сам не знаю. Так, ну порох у нас... Ага, создать. Тут крафт добавили. Посмотрим, создание. Патроны пистолета, материалы плюс 5 пороха, патроны дробовика. Мне кажется, нам пока что ничего из этого не нужно. Пока что. Тут ничего нет, тут ничего нет. Так, вы говорите, я до камешка, да, какого-то не дошел буквально? Разочек. В четверке не хватает местного тирана Немезиса. Ну слушай, тут главный злодей первой части вполне себе очень похож там, на Немезиса. Так, ну и где я тут не дошел до этого? До камешка. Все, спасибо. Так, ну вроде я все осмотрел. По пути к воротам есть шкатулка с рубином еще. А я взял рубин. У меня есть один рубин. Все, зеленую траву я взял. Ну все, погнали. Нихуя себе, вы помните, или вы уже у других посмотрели? А, вот. Так, еще там есть челы.
все, сохранялка. Блин, я помню, вот в этих ящичках, которые стоят, еще очень часто змеи какие-то на тебя выпрыгивали. Прочая херь. Неприятно было. Так, что произошло? А, горы трупов. Я и не заметил. Так, вот эти синие медальоны я, наверное, не буду сбивать, потому что я их все не найду и искать не буду. Патроны на это тратить не хочется. Ну тут чисто тупо на стелсы будем все проходить. Мне только напрягает, что тут у ножа есть хп. Я не понимаю, и я не знаю, как его здесь восстанавливать. Блин, все эти локации помню прямо из детства. Их всего тут 5? А, не, ну если их тут всего 5. Синие записки с поручением. Собирайте синие записки, чтобы получать дополнительное задание. Так. Кто-нибудь тратил святого, избавьтесь от синих медальонов, которые отовсюду оставляют эти проклятые фанатики. Их 5? А в оригинале было штук 50 или 25, если не ошибаюсь. А, ну стоп, они прям на этой локации все, да, расположены? Раз. Медальон. 2. Вот такой типичный японский звук. Анимешный. Так, хорошо, нужно еще найти, да? Еще 2. Где еще 2? Может, в колодец? Слева. От лестницы. Чат, я нашел 3. Вот че, кто это пиздит там? Под мостиком и в окне над домом. Окно над домом. Короче, блядь. Ой! Блядь. Так, ладно, немножко поторопился. Немножко поторопился. Так, вот там еще было что-то. Так. Так, все, я понял. Все, возможно, не будут больше торопиться. Граната. Опять все мне чинить. Так, окей, нужна шестеренка. Получается. Ну давай.
Бля, хотя он остался. Где? А, они вот там вот стоят. Или стоп, или где-то там. О. Чтоб тебе. Пророк Сенбай. Ёп! Это что такое? Есть КП, живем. Так, стоп. Блин, смотри, я эту хилку вообще использую. Бля, вас тут много. Короче, все, тут только нужно как гейммастер действовать. Все. Сейчас будет реально трушное мастерство. Гайд по первой локации Resident Evil объявляется открытой. Да блять! Так, пока что не получилось. Пиздец, конечно, я и патроны все подряд потратил. Комбинирую желтую, красную и зеленую, чтобы получить максимальный хил, который повышает максимальное количество его ХП. Смесь восстанавливает почти втрое больше здоровья, чем один поток, и заодно увеличит максимальный запас здоровья. Ну, кстати, зеленый, желтый тоже это делает. Остальное нет, да? Нет, зеленое, красное тоже. Красное и желтое тоже увеличивает. Ну или это типа супер увеличивает запас здоровья. Никита, атаки орудия противника можно парировать ножом. Для этого нужно в тайминг пробел нажимать. Может тебя пару раз спасти. Так, у меня как раз ХП, что ХП там просело. Блин, ну еще где-то синий должен быть. Жетончик? Но я не знаю где. Бля, в натуре. Бля, а какой смысл тогда? Где-то он там показывает. А, нет. Стоп. А вот что вот это значит? Обозначение на карте. Что вот значит? Запертое сокровище. Так, около свиньи на крыше, да? Пророк Сенбай. Так, ну. Все, понял. Да как такое? Как я мог не попасть? Все. Типа вот оно. Но тут, видишь, чтобы его открыть, мне нужен ключ. А у меня такого ключа нету, поэтому идем дальше.
На мельнице колокольчик, сбей ожерелье. Бля, я вот так и думал, что с этой мельницей что-то не так. Фу, ну и вонь. Блин, в оригинале это все подсвечивалось. Там, где ты спустился с мельницы, где ты еще дверь открыл. А, в другом месте. Все. Все, я понял, хорошо. Я вас понял, чёрт. Я вас понял. Вот тут вот. Нет, это тоже не то. Нет, стоп, это не то, ребят. Нет, это все равно не то. Это не спрятанное сокровище под замком. Спрятанное сокровище под замком, это спрятанное сокровище под замком. Бля, я уже вообще запутался, куда идти. Вот это то спрятанное сокровище? Да, это другое. Ну ладно, все, я пошел дальше. Съебали, блин. Ну, конечно, это говно должно свалиться подо мной. Нет. Не угадал, хорошо. Подожди, подожди. Пока что не будем торопиться, удерживать. Возможно, это ловушка. Так, сюда мы не можем. Здесь ничего. Здесь нихуя. Так, ну ладно, придется вот то говно сдвигать все же. Дальше мои познания ремейка заканчиваются. Купленов остановился на этом. Все, я понял. Бля, он же недавно четвертый резидент проходил. Ах ты ж гандон, а? Так, какой-то движ происходит мне непонятный. А, вы в меня кидаетесь. Все, ну я просто съебу. Я просто съебу от вас. Так, F5. А, так, нет, другая игра. Все? Не бежишь больше за мной? Так, тут будем не торопиться. Ага. Так, я убью бомбу.
Ой-ой. О, я помню вот эту хуйню, ну-ка. О, так, значит, следующее. Тут. Упс. Да откуда? Откуда она стреляет в меня этими гранатами? Вот это где-то рядом, но я вообще не вижу. Ага. Еще откуда топор летит? Оп, вот он. А, он тут же где-то сидит, да? А, вот ты где, старая. Ну-ка. Ну уже вот у него в руках бомба. Все. Фух, так, теперь можем болтать. Теперь можно полутать. Вроде как врагов больше нету. Давайте все залутали. Это здесь. Блин, а как мне это, чтобы... Может, я не... мне не навредит? Все в порядке. И кто это?
зашел. Так, мы точно все налутали? Вроде все. Ну это этот Карлос, или как там его звали? Нашего дружочка-пирожочка. Казалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность. Скажи, у тебя сиги есть? Курение убивает. Да? Ну тогда, может, развяжешь? Бля, мне он Вуди Харрельсон напоминает. Только не он! Ты кто? А ну-ка стоять! Результаты главы. Аминь, вычли очки ОП на награду в магазине бонусов. Совершите скрытое убийство. Ну, я, наверное, могу все это купить, да? А. Все, я понял. Магазин. А где этот магазин бонусов? Ну, ладно. Кто это, в чем сюжет? Кто вообще главный герой? Ты примешь нашу святую плоть. Да мне кажется, все понятно. Все начнется сейчас. Какого хера? Эй, хватит. Слышь, Янки, звать-то как? Янки. Леон. Неразговорчивый. Я Луис Сэр. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй! Хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Может... Пропавшая синьорита? Где она? Ну, я жду. Ладно. Слышал, что они переводят синьориту. Переводят? Куда? Кто же его знает. Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Серьезно? То есть вот этот чел не додумался, что так можно сделать? Мерда. Общаться с тобой опасно. Так, вот в оригинале тут был Quick Time Event, но тут, наверное, нет такого, да? Куда пошел? Пока, амиго. Идиотизм, конечно, полный, блядь. Черт, все спиздили. Ничего себе. Маты. Все, кроме гарнитуры. Гнездо, это Кондор 1. Я нашел Орленка. Ой, блядь. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Сэрой. Он какой-то подозрительный.
Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор-1. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор-1, конец связи. Чё-то, что ли он вкололи в конце главы? А вот так тебе все расскажи, да расскажи. Это сюжетный поворот. Сенбай. О, мои вещи. Агарабло! Агарабло! Бля, кто... кто в печи, блядь, оставляет пистолетные патроны и сапфиры? Бля, ну это просто нелогично выглядит. Не, ну понятное дело, что я сам, наверное, избалован современным геймингом. Тупо на стелсе вытащили. Так, окей. Загадка. Все. Все, я понял. Не дурак буду. Что делать, знаю. Ужас, как долго мы... Это мое. Как долго мы ходили без вещей, жесть. О, да. Я даже не знаю, как мы смогли тут победить. Блин, слушайте, у меня, конечно, ножи капец. Быстро ломаются. Опа, там какая-то ёба-боба. Незнакомец, иди сюда. Кто это? Блин, в оригинале этот чел гораздо веселее озвучен. О, what are you doing? Thank you. Ну что, давай поторгуем. Let's be selling. Знаешь ли ты, что шинель, которую ты получаешь награду за выполнение поручения, можно обменять на ценные вещи, которые никаким другим образом не добыть? У нас есть куча полезных предметов, но я советую в первую очередь взять карту сокровищ. Эти карты отмечены точки и спрятаны самые ценные сокровища сектантов. Пусть ребята много времени потратят, чтобы отыскать их, так что... Жалко, он не говорит «Welcome!»
Так, нужно перебить крыс, которые заполнили завод. Мы не знаем, разносят ли они какие-то... Так, три крысы. Окей. А, они тоже отмечаются или нет? Эти крысы. Привет. Так, это все я понял. Я знал, что ты поможешь. Я обновил ассортимент, друг. Так, ну-ка улучшить. Я вот думаю, стоит ли вообще, типа, грейдить... Твое оружие в надежных руках. Пукалку или не стоит? Убей трех крыс и бери 5 трав, затащи свой нож на плюс процент. Качай все в нож. Да вы угораете, что ли? Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую обменять, мы каратель. Понимаешь, не все можно купить за деньги. Я продаю... Ты только там? Привет! Есть кое-что новое. Так, хорошо, говорите, 5 крыс начал убить. Ладно. Так, ну это же вот эти крысы, да, как я понимаю? Да. Да. Да, сука! Да, блядь! Так, стоп. Все, раз. Два. И третью надо найти, да? Все, всех трех убил. Да. Я гляжу, ты вы... Молодец! Тебе можно довериться. Все, обменять. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Карты... Так, пистолет возьмем, да? Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Я не жадный, но у тебя нет места. А это лучше? Ну, есть. Мудрый выбор, друг. Ты сможешь пробить почти все, что угодно. Так, и, наверное, карту сокровищ купим. Любишь находить сокровища, да? Тогда тебе повезло. Так, продать. Друг, я тут всякой всячины раздобыл. Готов купить почти все. Так, и теперь хочу сравнить, осмотреть. Так, хорошо. Ну, наверное, он в любом случае лучше, чем старый пистолет-то. Так, а что-то купить у тебя можно? Я бы улучшил бы каратель бы тогда, наверное. Так, сила. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг. Я бы силу, наверное. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, приходи в любой... Так, еще. Как я помню, вот эти хуйни можно вставлять же. Всякое говно. Так, окей. Блин, а... Можно два разных вставить? Или как? Два цвета. Бонус X1. А если был бы один цвет, было бы больше бонуса? Не понимаю. Вот это, как я помню, самоцветы вообще можно смело продавать. Привет! Так, я продать. Обновил ассортимент, друг. А почему я не могу продать? Все, понял. И вот этот бракатистый тоже можно продавать смело, как я помню. Славная сделка. Итак, чем я могу тебе помочь? Так, хорошо. Бля, может починить этот нож? Если хочешь остаться в живых, плевое дело. То, что боевой нож выглядит как прикольно. Блин, а есть смысл улучшать вообще нож? Бля, я улучшу. Друг, я не знаю, что из этого выйдет. Разбираться в твоих вкусах. Можно несколько кухонных ножов, наверное, продать себе. Дорогец, спасибо. Чем еще могу услужить?
Так, дробовик, ну... О, друг, что может быть приятнее, чем переделать оружие под себя? Да, скорострельность. Держи. Посмотрим. Все, как ты хотел. У меня еще остались новинки, которые тебе пригодятся. Так, наверное, старый пистолет готов тоже можно продать. Почти все. Славная сделка. Доброго. Так, и можно, наверное, что-то улучшить. Изготовить, точнее. Смесь трав мы, наверное, никакую не сможем. У нас есть красные и зеленые. Сделаем несколько аптечек. Так, патроны для винтовки. Патроны пистолета. Вот насчет патронов не знаю. Ну, я так вот сделаю. По пути. Так, хранилище. Травку оставим. Гранатки, наверное, можно убрать. А как ее в хранилище-то убрать? Я не могу убирать. В хранилище только пушки. А, только пушки. Патроны тоже, да, нельзя. Так, а карта сокровищ? Я вот купил карту сокровищ, что это мне дало? Смотрел у продавца чемодан. Есть кое-что новое, чужак. Значит, улучшение кейса, но у меня денег на это нет. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Не, у него есть вот улучшение кейса только. Брат, бери чемодан. Ладно, я могу вот это, в принципе, продать тогда. Мне еще нам тысяча нужна. Нам все равно, рубины или рванина. Ну, держи еще одну гранату. Спасибо. Итак, хорошо. Чем я могу тебе помочь? Все, улучшение кейса берем. Лишнее пространство, не приходи в любое время. Так, ну хорошо. Хорошо. Да где я? Un forastero! Ой-ой, ой! Так, тут их много. Там есть бочка, которая взрывается. Короче, все, сейчас будем байтить. На эту красную бочку надо всех забайтить. Дурачков. Забайт его, блядь, называется. Во-во-во-во-во-во-во. Вот тут нормальная кишка. Нет-нет-нет-нет. Нормально. С дороги. Ой, блядь. Нет, короче, это не моя игра. Не знаю. Может быть, кому-то она и понравится, но...
Не знаю, может быть, все, как бы... Может, я уже из этого как-то вырос, или... Это просто не моя игра. Просто я вот сейчас эти все волны чищу и думаю, бля, сколько это еще продлится, и вся же игра такая будет. Я просто вспоминаю, что там дальше будет вот этот замок с этими тоже сектантами бесконечными, потом там будет военная база с этими бесконечными волнами. Кому как, мне не нравится. Это не моя игра, 100%.